Всем привет, как дела? А я вот приехал на Рециклодору. Это такое место, где сдают металлолом у нас в Коста-Рике. Тут вот видите, сколько мебели привезли. Смотрите, это мебель из Ротанга. Вообще ее выкинули просто, ну, привезли сюда. Смотрите, какие диваны. Ну вот он немножко уже попортился тут, вот видите. А так вообще, ух, классно. Сижу на диванчике из Ротанга. Тут целая куча мебели. Она, наверное, вся с проблемами. Какой-то отель избавился. Все с алюминия. Тут еще, короче, привезли вот такие вот какие-то панели. Наверное, какие-то рекламные щиты были. Да, вон вывески. Целую кучу холодильников. Вот. А я ищу трубу тут 50-ку, чтобы раму свою отремонтировать. Вот. Тут куча металла есть. Ну, основная база там. Это тут я уже по задворкам хожу. Сейчас из интересного покажу, что тут есть. Вообще в упаковках вот. Смотрите, это такие клапаны для вентиляции. Они в упаковках еще завернуты. Их просто выкинули, ну, сдали там на металлолом. Вот. Тут от мониторов, от компьютерных дофига чего лежит. Вот. А тут вот один сплошной алюминий. Вот это все из алюминия. Вот эти какие-то типа перила. И вот это все алюминий новый в упаковках. Перила для бассейнов. Вот тут, короче, какие-то профиля. В упаковках такие столбики. Короче, пачками он профиля все в упаковках. Вот там все в упаковках. Вот из такого можно багажники на крышу делать, мне кажется. Вот. Чего только нету. Вот на таких грузовиках все тут привозят. Вот. А мне надо трубу 1 на 2 метра 3. И круглую 2 инча. Ну, 50-ка. Хожу тут, короче, это. Я, наверное, единственный, так сказать, европейской внешности, кто ходит по таким местам. Вот, вот эта база. Кому интересно, где она находится между Сардиналем и Коммунидадом. В общем, буду искать свою трубу. Друзья, всем привет! Очередной день. Еду домой, так сказать, весь в поту. Уже второй раз сегодня за день был в Туи-центре, в таком торговом, как строительном супермаркете. С утра купил краску для того, чтобы красить раму, и электроды для сварки рамы, для восстановления галлопера. Вот. А сейчас после обеда, значит, зачищал там последние швы. Болгарка сломалась. Ну, такая дисковая машина для беления, шлифования. В общем, пришлось поехать, короче, на последние деньги, так сказать, купить новую машину. Вообще все поломалось, короче, с этим ремонтом галлопера, хочу я сказать. Значит, несколько дней назад сломался шуруповерт, которому 4 месяца, марки Engie. И он такой, как бы, перфактор, короче, там есть. Молоточек этот, ну, знаете, да? И вроде все нормально, но, короче, у него, походу, щетки кончились. А с болгаркой, что-то я и зачищал, она у меня в руках как начала ее колбасить, короче, всю. Запрыгала, аж диск, короче, открутился и вылетел. И я второй раз ее включил, уже без этих там, такие шайбы стоят.
А она, короче, что-то ее рехает все у меня в руках, как будто она у меня хочет вылететь. Думаю, ну его нафиг, короче. И вот, похвалюсь. Вот. Новым инструментом. И еще купил чемодан такой. Такой тулбокс новый. Значит, марки Инко. Тоже такой же марки, как и машина шлифовальная. Болгарка. Вот. Я ее так по памяти, по-российски называю болгарка. А так она у нас называется по-разному на испанском. Называется Метадо, Макино Диско, Эсмериладора. В общем, у нее много вариос номбрес. И купил чемодан, а в чемодане еще есть коробка, 32 предмета, 32 инструмента. Вот, сейчас подождите. Короче, я приехал домой. Вот. В машине кондиционер работает, жить можно. Ну, моё носа. Нингуна, это смело. В общем, я вот сюда попал, и она с той стороны вышла, можно сказать. Эту вот мы кружку тоже расстреливаем. Вот она тут разбила стеночку. Ситропас. Не вышло, но пластмассину эту простреливает. Но на сале. Pero bastante fuerte. В общем, разносит этот чайник только тихо. Дырку какую-то в нем пробило. С этой стороны не вышло. То густо. В общем, вот такая коробка, 15 миль стоит, это примерно 30 баксов. Такие ящички. Вот. Называется вот так, такая модель. И в ней еще инструменты лежат. Тут такой довольно-таки глубокий этажик. И тут еще лежат инструменты. Vamos a ver qué tiene, mira. Каледа Малю. Вот такие стрёмненькие инструменты. Я их, наверное, жене отдам. Масо мену пара ниньос. Он тестер. Перу парасиду мио. Кому тенгу йо. Но сэ дон де аки. У меня такой же молоток. Тамбьен тенгу йо. Парасиду. Перу с мехор каледа ке мио. Рамиенты с эспоса. Рамиенты с пару эспоса. В общем, в подарок вот такие инструменты. Кому понравился обзор на инструменты. Время 5:30, темнеет. Час назад Мойсес свалил домой. Ну вот. Ну, смотрите, что он натворил. Он, короче, я ему сказал красить раму, купил специальную краску. Этот идиот, короче, покрасил глушитель. Короче, у меня слов нет. Я ему сказал раму, красить раму. Говорю, вот эти круглые трубы. А он мне говорит, а это что, не рама? Говорит, это же тоже круглые трубы. Вот как вы считаете, вот в 30 лет у человека, ну, вот такое вот соображение. Я не знаю, что сказать. У меня слов нет. В общем, он красил, я вот сейчас бензином оттираю глушитель. Завтра он придет, я его тоже заставлю это делать. Вот так вот. А так, короче, я вот раму заварил. Вся она тут такая замечательная получилась. Тут вот тоже стоит заплатка. Вот. Всю ее продул, там говна из нее не знаю сколько выгреб.
Снял бампер с трудом, задний бампер. Вообще тут все болты пришлось срезать сваркой. Почти все. Только 3 выкрутил, 1 сломал. Вот. Почему вот такой вот получается танчик. Просто настоящий танк, а не автомобиль. Двигатель вот отмыли с химией, коробку. Тут все было покрыто слоем говнища, не знаю каким. Вот в таком состоянии сейчас рама. Вот тут вот были ремонтные места. Раму покрасили, все отмыли. Вот. Все так более-менее привели в порядок. Сейчас будем закатывать ее под кузов.